И всем привет, с вами Марк, и сегодня будем играть в демку Resident Evil 7, да. Сама игра вроде как выходит там в январе 2017 года, вроде 27-го, я точно не помню. И пока что у нас есть доступна демка в стиме, я ее скачал бесплатно, и посмотрим на нее. Это хоррор у нас, кто не в курсе, и мне уже, если честно, страшно. Прям такое начало, у нас какая-то такая сцена, давайте посмотрим. В каком-то задании. Лол, камера какая-то. Окей, это уже страшно. О, вот какой-то чувак сейчас там. Что-то он... Лол. Что происходит? Что происходит, ребят? Мне уже страшно. Что, нас убьёт, что ли? Или он нормальный? Найс просто. Скинул камеру. Что, здесь влоги, что ли, снимали? Смешно, да? Так, что он? Что-то он пытается освободиться, походу, да? Ага, а вот он. Ох, найс. Так. Чё он? Вот, чё чёрный экран? Так, мне это уже настораживает. Ага, у нас загрузка идёт. Мне что-то не нравится, походу лагать будет у меня. Так. What? What? Чё происходит? Почему я лежу-то? А, вот всё. Он встаёт. Давай. Да я понял, что это Resident Evil 7. Ой, мне это пугает, серьезно. Выберитесь из дома. Хорошо, вообще no problem выбраться из дома. В принципе, игра мне уже нравится. В принципе, она неплохо выглядит. Вот. Так что го, выбираемся отсюда. Так, открыть дверь. Так, мне кажется, игру надо все-таки потише немного сделать, это очень громко. Ну ладно, го. Мы вообще тихо сделаем, чтобы прям вообще не было слышно. Все, найс. Так, я надеюсь, они сохранились, да? Так, что тут у нас? О май гош. О май гош, о май гош. Так. Так, ну тут вроде все норм. Так, тут все норм вроде бы как. Так, я боюсь скримеров. Мне кажется, здесь где-то сейчас будет скример. Так, что за окном у нас просто ничего там нет. Так, ну давайте посмотрим, что у нас здесь есть, что-нибудь. Тараканы, лол, найс. Просто найс, какой-то заброшенный дом. Так, это мы стучали сейчас, я надеюсь. Так вот у нас какая-то дверь. Мне кажется, мы не выйдем из дома, а это будет какой-то скример. Не, будем смотреть вниз. Ох. What? Лоторез. А, мы взяли? Что? Открыть рюкзак. О, прикольно, прикольно. Так, это вы все поставите. Типа, у меня будет в инвентаре, что ли? Или что? Я просто не совсем понимаю. Ну, ну и чё? Я сейчас туплю сейчас, и чё это? Переместить. Так он у меня стоит, а как ему воспользоваться? Не-не-не, давай его сюда. Чё за бред? А, все понял. Типа, так что ли? Ну, понятно, здесь какое-то странное управление, но ладно. Все, мы выбираемся из дома. Чтобы выбраться, тебе нужен ключ. Ой, замечательно. Еще и ключ нужен. Так, а где мы его найдем? Так, ну, значит, сейчас будем осматривать. Так, что тут у нас? Нам нужен ключ. Так, о! Так, выберите предмет для использования. Так, а, все, понял. Ох, прикольно, прикольно. Так, открыть. О, видеозапись какая-то у нас. Так, мы ее забираем. Так, и все, это все, да? Ключа у нас здесь нет. Ну ладно, идем дальше тогда. Так, где у нас ключ? Так, ну ладно, а тут взять что-то можно. Понятно. Так, так, он вообще найс, просто. Ладно, идем. Что за баги там с Стимом? О, тут можно открывать. О май гош, что здесь? Что здесь происходит? Так, воду можно включить. Прикольно, кстати, реально, прикольно. И чё? А, мы ее вырубили. Так, что тут взять еще можно? Так, вроде как ничего. Так, это... А, холодильник. Где у нас этот
Господи, что здесь? What the... What is this? Что это? Так, ладно. Так, здесь ничего. Но... Так, садиться здесь нельзя? Да, нельзя. Ладно, пойдем туда. Вроде туда мы куда-то не ходили. Да, мы на второй этаж не ходили. Так, я не знаю, какие-то баги мне с этим увидеть это или нет, но я надеюсь, что этого не видите, потому что там баги какие-то. Так, манекен мне уже не нравится. Это пугает меня, если честно. Да меня здесь все пугает здесь. Первый этаж-то еще более-менее. Мне очень страшно. А этот уже темный такой. Так. Так, здесь ничего нельзя открыть? А почему? А где ключ-то? Так, я что-то запутался. Я не могу понять, где здесь ключ. Где нам его искать? Так, ну здесь пусто. Здесь пусто. Серьезно, нет ключа здесь. Так, ладно. Так, а, во-во-во, стойте. А, это там что-то, господи, я думал, это F, типа, можно зажать. Так, в ящиках у нас ничего. Так, здесь у нас тоже ничего. Ну, окей. Что нам делать? Где ключ? Может, его где-то при... А, вот у нас что-то здесь есть. Ты не то палец куклы, зачем он? Ну ладно. Так, здесь. А где ключ-то? Ну в чем вопрос? Где ключ? Так, мы зато избегать можем, вроде как. Так, подождите. Здесь же мы были? Да, мы здесь вроде как были. Но нам нужен ключ. Или мы здесь не были, подождите. А, да, мы здесь были, мы отсюда и пришли, да-да-да. А, и дверь. А что будет, если мы назад вернемся, кстати? Ничего. А здесь, кстати, может, мы ключ здесь закрыли? Серьезно. А, кстати, вот. Вот что, записка. Разбиха камня. Угу. Понятно. Кстати, да, мы ее пропустили. А, мы можем вставить, кстати, эту кассету. Во-во, точняк. Так, у нас какое-то видео здесь с какого-то дома. Июня 1-го 2017 года. Так, а чё? О. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. Ох. Чего? Мы здесь ходить можем? Серьезно, ребят, мы можем играть, когда мы смотрим кассету. Он что-то снимает. Так. И чё? Так, мы их ждем, да? Сейчас будет скример, мне кажется. Сейчас здесь будет какой-то скример. Так, и чё они? Не, я с ним не пойду. А, они тоже закрыли. А, или нет? О! Лол, найс. Так. Чё тут происходит? О, Кус, меня сейчас пугает. Мой гош. О. А, ну здесь инвентаря нет. Так. Найс. А, это та самая комната. То есть здесь можно все то же самое найти. Просто найс. Чё они так медленно идут? Так. А туда нам идти нельзя. Пока что. А вот сейчас будет скример, наверное. Так, а почему мы с ним не можем идти? А, ну с ним сейчас что-то случится, значит. Вот.
Андрей, what do you think? А, все, он пропал, да? Андрей? Теперь мы пойдем, да? Да. Смотрите, готовьтесь. Сейчас будет скример. А куда он пошел только? Он наверх пошел? Или мне кажется, нам сюда надо зайти? А, не, нас не пускает. В наш начальный комнату. А нет, он идет сюда. Почему не на второй этаж? Не отходить далеко. Зачем? А, может сюда тогда? Закрыто. Здесь тоже закрыто, здесь вообще двери не открываются. А, это он сейчас откроет, окей. Да нет. А я ничего не слышал, если честно. Андрей! Where the fuck is he? Это он ходит так, или что это? Сейчас сзади, наверное, подойдут или откуда-нибудь еще. 100%. All nice. What the hell? Oh. You gotta be fucking kidding me. А почему мы здесь пришли? Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Че, за день или там? Не, там, по идее. А мы не можем. О, кстати, можно обернуться резко, по идее. Присесть. А, С, вот оно что. Не С, присесть. Так. И он внизу, да? Так, ну давай, спускайся уже. You first. Ты первый? Need a nice hero shot of me coming down the ladder. Окей. А зато я еще здесь ничего не вижу. Мог он в подвале, найс. Ой, меня это пугает. Так, и чё? О! Всё, будет скример. Ам. Ну, почти. О! Понятно. Так, все, мы это посмотрели. Ой. А, здесь записка, что ли, появилась после того, как мы посмотрели, серьезно? А еще там. А как он открыл-то это? Он что-то нажал. Значит, тоже надо это нажать. По идее. Все, я понял, зачем была эта кассета. Чтоб типа нам сказать, что нам надо идти сюда. О, вот это было жутко, конечно. О, ключ черного хода. Можем спуститься вниз? А, вот, кстати, теперь мы вниз не сможем спуститься, зато мы нашли ключ. Но мне кажется, мы не дойдем, мы просто не убежим отсюда. Так, что это у нас здесь? Щиток. О, нет предохранителя. А его можно где-то найти? Серьезно? Все, вот эта музыка меня пугает, она сейчас точно это будет. Все, кто-то ушел, по-моему. И чё? А мы просто сейчас убежим. А-за-за. Все, бежим. Вот это было сейчас страшно. Так. Здесь нельзя это использовать. Да я понял, мне ключ нужен. О! Ох, лол. Серьезно, что за бред? Ну это уже нормально, вроде как не монстр какой-то. Лол. И что, это все? Или что? А нет, это еще вроде не все. Понятно. Понятно. Найс. Найс. Скример.
Это было прикольно. Теперь я так понимаю это все. Кстати, был неожиданный. Плохая концовка. Ну все, ребят. В общем, вся демка, все теперь нам предлагает купить. Или это. Игру саму полную я, возможно, ее куплю. И обязательно ее пройду, ребят, будут прохождения. В общем, с вами был Марк. Всем пока.